сейчас я пока в такой форме. Меня пока все устраивает, меня радует, мне нравится. Я вообще не знаю, честно говоря, что он мне может противопоставить, потому что я, в принципе, понимаю, как они готовятся. Я, конечно, рассчитываю и стремлюсь к победе, безусловно, и я для себя не нахожу оправданий, не найду для себя шагу назад, что называется, я буду с ним бороться до последнего. Ну и моя задача, конечно, сделать сабмишн, порадовать, так сказать, публику. Я уверен, что весь зал будет болеть за меня. Конечно, найдутся единицы, кто будет болеть за живого ирландца. Вот, но я надеюсь, что все большинство будет болеть за меня. Сейчас в тренировочном процессе, в подведении к ответственному достаточно мероприятию. Не сделать ошибок, не перегрузиться и не дорваться никаких травм. Я поэтому очень тщательно выбираю спарринг-партнеров и отрабатываю такие техники, которые мне могут пригодиться. Ну и что-то вспоминаю из старого материала, то, что, так сказать, уже когда-то забыто. Просто нужно, мало ли появится возможность реализовать какой-то прием, какое-то действие, оно немножко там позабыто. В целом для меня это, конечно, очень важное событие, я к нему готовлюсь, серьезно готовлюсь. И не даю шансов и не вижу вообще шансов у противника своего.